Пришли мы в кафе, ресторан. Цены. Все в египетских фунтах. Короче, зашли мы в какую-то кафешку. Значит, сэндвич стоит... сэндвич стоит 6. Фасоль стоит 12. Это стоит 3. Это стоит 6. Это стоит 10 фунтов. И это стоит 15. То есть вот здесь все накладывают и можно кушать. Вот так это все выглядит. Куча разных начинок, которые вам положат в эту лепешку. То есть есть картошка, есть омлет, есть бобы, есть колбаски, есть баклажаны, есть фасоль и есть лук. Вот так вот. Вот это вот наша еда. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.